Гість нашої програми – психолог та рекрутер Алла Коняєва. Алла Коняєва – психолог, інтерім-менеджер, партнер компанії «Анкор СВ», викладач Міжнародного інституту менеджменту. З 1995 року – керівник проєкту «Огляд зарплат та компенсаційних пакетів». Засновник школи Алли Коняєвої з управління персоналом. Життєве кредо – якщо не я, то хто? І якщо не зараз, то коли? Ми вітаємо вас на нашій діловій кухні. Чимало економістів прогнозують, що 2013 буде складним. Але поговоримо не про економіку, а більше про психологію. На вашу думку, з якими думками треба починати рік, аби він був вдалим? Ну, я могу поділитися своїм рецептом виживання в сложних условиях. Він состоїть із двох таких парадоксальних смісів фаталізму з самоуверенністю. Перше, що я використовую для того, щоб справиться со сложной ситуацией. Это знаменитая фраза, которую использовали Пушкин, Куприн: «Бог не выдаст, свинья не съест». И вторая: если с каким-то делом может справиться человек в принципе, то почему я не могу быть этим человеком? На вашу думку, від чого залежить успішність людини? Самое важное – это не потерять критичность по отношению к самому себе. Очень часто человек останавливается, как только начинает думать, что он уже все знает и все умеет. Успешность зависит от альтернативности мышления. Вот сейчас очень много говорят инновации, инновации, только никто не говорит, где их брать. А берутся они из одной такой достаточно естественной вещи. У каждой мысли, у каждого слова, у каждого понятия у него есть какие-то привычные ассоциативные связи. И человек, который решил, что он уже все в жизни понял, и все он выучил, и все он знает, он начинает мыслить как? Подумал слово, включил привычную ассоциацию, точка. Если он понимает, что он не все знает и еще не все придумал. Он подумал первую мысль, сказал: «Привет, я тебя знаю», и начинает думать вторую. После этого отложил вторую, начинает думать третью. И так хотя бы 4-5 мыслей по привычному поводу любому. Тогда от каждой мысли будет образовываться еще по 5 нейронных связей. И вот на неожиданных смычках между, казалось бы, далекими понятиями как раз и рождается иное, новое видение, которое называется инновацией. Следовательно, тебе уже не страшно, когда и внешний мир тебе говорит, что мысль, которую ты подумал, она не совсем правильная, потому что ты приучился, что у тебя еще другие есть. А если ты думаешь одну мысль, и внешний мир говорит тебе, что она неправильная, начинается паника и самозащита, да, как же, других мыслей нет, король голый. То есть, тренируя альтернативность мышления, мы еще и тренируем устойчивость к критичности. А следовательно, чем меньше ты переживаешь из-за критики, тем веселее для тебя становится проживание жизни. Ну и питання як до професійного рекрутера. Відомо, що під час економічної кризи чимало людей втрачають роботу. На вашу думку, як ці ситуації зберегти спокій і знайти якийсь вихід? Уволили тебя с работы, не можешь ничего найти, не лежи на диване. Читай, думай, изобретай технологии, и тогда на интервью тебя опознают как тот, кого компания ищет. А до речі, щодо зарплат, яка ситуація зараз? Получается, что те 10% повышения, которые каждый год компании делали, те, кто могли себе позволить, они так это повышение делают. Другое дело, что если раньше 10%, 12% соответствовали, ну как, удерживали уровень доходов на том же уровне. Сейчас, когда расходная часть значительно увеличилась, получается, что компании, которые повышают зарплаты, на самом деле падение уровня жизни просто делает более таким плоским спуском. Но оно все равно идет. И здесь нужно понимать, что
благополучно себя чувствуют только компании, естественно, искусственные монополисты. Но их системы окладов, они с реальностью никак не сочетаются. Ну и ваша главная порада на 2013 рік, як роботодавцям, так и найманим працівникам? Оставить иллюзию, что кто-то о нас будет заботиться. Если каждый будет понимать, что он сам кузнец, если не счастье, то благополучие, я думаю, что мы справимся даже с отсутствием разума в государственном регулировании. Дякую вам за участие в нашей программе.